30 октября на шоу «Ледниковый период» участники покажут свои 5 номера, которые будут демонстрировать тематику русских фильмов. Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев выполнят энергичный прокат. Телеведущая в коротком красном платье и фигурист в сером костюме и красной бабочке отлично смотрятся. Даня Милохин и Евгения Медведева покажут сложный номер на тему фильма «Бумбараш». Ребята признались, что они поставили номер за один день. Даня уже поднимает фигуристку, много парных элементов. Екатерина Боброва и Макар Запорожский покажут драматичный и интересный номер. Янина Студилина переоденется в цыганку. Агата Муцениеца и Александр Эндерт выступят по сюжету нового фильма «Текст», где Агата влюбляется по переписке, но молодой человек раскрывается с другой стороны. Максим Маринин и Дарья Мельникова погрузятся в драматичный фильм. Многие поклонники решили, что пара взяла за сюжет кино «Стальная бабочка». Но скоро посмотрим сами. А судить их будут, как обычно, Максим Траньков, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова. В этот раз к судьям пришли на помощь Леонид Ермольник и Николай Цискоридзе.